Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите, вот я сказал вам». И вышедши поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступивши, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, вошедши в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, пришедшие ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взявши деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово это между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».